Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Я тут с утра решила заниматься немножко огородом. Сделала вот так вот грядку. Вот, у меня, кстати, мама так часто делает. Тут у нас рос, в общем, салат, горох, лук, в общем, всякая такая зелень была. И вот на этой грядке у нас тут, как эти, гладиолусы. И в них тоже был вот этот салат, который мы не съели, он пошел в ствол. В общем, решила его вот так внутрь грядки. Будет питание, он гниет очень быстро, поэтому я думаю, что к весне весь гниет как раз и будет хорошее питание. Вот, и я тут еще собрала вот как раз остатки гороха. Салат этот попробовала, он еще вкусный, вот, который в ствол не успел пойти. И укроп, боже мой. Девочки, кто из вас знает хороший сорт укропа? Такого не зонтика, а на срезку. Напишите мне, пожалуйста, чтобы такой неприхотливый к погоде был. Потому что ну, у нас, это вообще ужас какой-то. В общем, буду делать сегодня салат как раз. А вот здесь вот у меня растет лук. Такой многолетка. Сухие какие-то. Вот, и к нему тут подсыпала земельку, а то она что-то у него корни начали оголяться. Вот, я, кстати, люблю очень этот лук. Очень мне нравится. Он самый первый сходит, как только снег сойдет. И долго-долго вот такой зеленый остается прям до морозов. Вот. А вот это у нас тут садовая голубика. Поспела, сейчас тоже ее соберу. Вот. Вот такая она, большой куст. Это садовая голубика. У нее ягоды крупнее. Видите, какие крупные. Вот, то есть не такая, как лесная, меня просто спрашивали. Вот. Вот такая она, здоровый куст, с меня ростом. Вот, дал ягодки, тоже сейчас буду собирать. Не знаю, дети, наверное, просто так покушают у меня. Вот, так что решила огородными работами позаниматься, пока 9 градусов, пока нет дождей у нас. А вот моя мадам, да, Бона? А? Которая тут ходит вокруг меня и стонет, типа, хозяйка, пойдем домой. А сама одна домой не хочет идти. Ты что, замерзла у меня? Который вредитель наш, грядки ковыряет она все время, да, Бона? Кто грядки ковыряет? Кто грядки ковыряет? Да? А еще когда я все что-то собираю, сейчас горох собирала, она меня утащила. Пару горошин. Да? Ты голодаешь у меня? Яблоки кто все скушал? Ну что, вот мой огород. Привела тут все в порядок. Вот у нас там соседи стучат. А вот эту вот изгородку, вот эту вот, это муж мой сделал от моей собаки. Засранки такой. Вот. Потому что я уже неоднократно говорила, она все копает, все, в общем, тут перекапывает и так далее. Вот, правда, сделали низенько, но посмотрим, будет она там шляться, ковырять еще или не будет. Я только вон ту грядку не обработала, потому что там все равно нужно выкапывать гладиолус. Так что мы к зиме готовы. А я тут еще собрала малину с немножко черной смородины нашла. Яблоки в карманах напихала. Сейчас детям предложу. Если не захотят, то я компот сварю. Алёва, я что? Ты! И мы пробуем. Ага. Я старшего не показываю, потому что он у меня без футболки ходит. Ютубу это не нравится. Вот. Хоть в одних шортах после школы. Поэтому его не показываю. Вот. А яблочки вот эти кислые. Ну, такие сладковатые, кисловатые. Мам, ты на меня смотришь? Да, я тебя я показываю. На, будешь яблочко кушать? Хорошая. Моя. Это такие зеленые, красные не очень люблю. А только весь зеленый и весь красный. И вот такие. И вот. И вот такие люблю. Даже. Это, понятно. В общем, сейчас малинку слопают сюда. А мама из тогда черной смородины, яблочек. Еще что-нибудь добавлю из морозилки. И сварю компот. Лёва будет пить компот? Из чего? Из чего-нибудь. Из малинки, Йови. Ага. Йови из малинки, а мне нет, ладно? Да. Тут еще собирала голубику с клубникой.
Тоже поклевали. В общем, сейчас из остатков того, что не доклюют, как раз делаю компот. Итак, пришла я домой. Решила сделать вот такую... Ну, тут у меня немножко получилось, а-ля гавайскую смесь. У меня очень мало здесь горошка вот этого, потому что часть ела собака, как я уже сказала. Часть я отдала детям, которые более такие хорошие. И вот здесь вот взяла такой, ну, маленькие самые, и вот такие уже переросшие горошинки. В общем, нечто такое на гарнир замутила с рисом. Рис отдельно отварила, обжарила просто лучок. Перец ласточка вместе с горошком. Добавила сюда рис, все перемешала, слегка обжарила. Все, супер гарнир на ужин у меня уже готов. И вот сделала салат. Добавила, правда, сюда немножко сметаны. Сам салат, вот этот зеленый лучок, многолетка, которую я вам показывала. Остатки укропа, которого тут почти не видно. И добавила сюда еще помидоры, огурцы. Все, больше салатика зеленого своего у нас уже в этом году не будет. Но ничего страшного. Вот, а вот эта смесь с горошком, на самом деле, так вкусно. Такой вкусный аромат, это напоминает вот гавайскую смесь, когда покупаете. Правда, я не помню, нужно сюда класть морковку. По-моему, нет, там, по-моему, болгарский перец красный. Вот, но очень ароматно. В следующем году хочу еще посадить горох, но не знаю, что из этого выйдет снова у нас. Потому что, ну, в этом году погода такая. Мы с мамой грешим на погоду. Вот. Ну, будем надеяться, что все будет в следующем году будет уже по-другому. Так что вот такой вот у нас на ужин овощи, вот такие овощные блюда. А у меня получился вот такой вот компотик. Добавила сюда еще бруснички, яблочки, ну и остатки тут у меня. То, что не съели. Чуть-чуть малинки, чуть-чуть клубнички, чуть-чуть землянички, черной смородины, голубики, в общем, всего. Кстати, получился очень вкусный компот. На тарант! Йова, это мы все там нашли! Йова, нашли! Ой, да. Владик, а что у тебя в руках? Телефон папин. Папин? Папа собирал? Без цепи. Йова, Йова, если ты опустить тебя не буду. Эй, это машина, ты че? Ну, сейчас пожигаем. Это машина! Йова, ничего не понимаешь. И так целый день. Болит уже. Вот, ну и на сегодня я, наверное, буду с вами прощаться. Кстати, вот эти шорты, которые были сейчас на ребенке, это с Василька, на старшем моем сыночке. Он решил их себе оставить. Сказала, ему очень понравились, правда, они ему велики. Мама там резиночку ему подтянула, чтобы не сваливались. Вот, и он теперь в них ходит. И белую футболку. Я хотела ее себе забрать. Ну, кто видел мой заказ с интернет-магазина Василек, тот видел, наверное, что футболка, причем она, я постирала, она немножко подсела еще, вот. А серая футболка племяшки подошла, им очень хорошо. Белая подсела, я хотела ее себе забрать, думаю, буду сама ее носить, но нет, у меня сынок сказал, что мама, я же подрасту скоро, вот, и скоро она мне будет вообще хорошо, но она ему великовата пока, в общем, лежит. Ладно, думаю, оставлю ему, не буду сама носить. Ну и по поводу вот этого заграждения, которое мы сделали сейчас с окна, тут со второго этажа, видела, как собака моя такая обошла со всех сторон все, понюхала эту решетку, походила вокруг и ушла. В общем, решила, видать, не связываться. Но серьезно, потому что она перекапывает. Вот я сейчас все там, ну, перекопала, где-то прополола там, где-то убрала вот сухие листья всякие и так далее. И я знаю точно, что она вечером следом за мной пойдет. То есть я пойду в дом, она пойдет на улицу и все снова перекопает. То есть, наверное, мы с мамой просто копаем, по ее мнению, как-то особо неправильно, что она решила вот все за нами перекапывать. Это какой-то кошмар. Мама постоянно там как-то что-то закладывает. Она это все сваливает лапами. Опять туда забирается. В общем,
все перекопано. Несколько я сейчас еще посмотрела, там землянику еще обрабатывала. Несколько кустов земляники там были перекопаны, один из которых погиб. В общем, кошмар какой-то. Мужу пожаловалась, вот он сделал такое ограждение. Ну и завтра еще хочу. Завтра тоже обещают хорошую погоду, вроде без дождей. Потом у нас снова дожди обещают, поэтому завтра хочу еще цветами позаниматься, подготовить их уже, скажем так, к зимовке. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравился такой влог, он был для вас интересен. Не забывайте, кто не подписан, подписываться на мой канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!